Нага Кэрри как-то неохота. Итак, здравствуйте. Сегодня я буду говорить шепотом, либо не буду говорить вовсе, потому что ночь. А мы с ребятами решили поиграть в ночную катку, потому что кое-кто подарил мне сет на Баланара. Вот, это у нас Грейт, полковник. А, кстати. Вот. И мне приспичило. То есть, и все как бы. Тем более, что... Даблдотка. Тем более, что Баланар, все дела, это очень... Очень хороший перс. Один из моих любимых, кстати. Я о нем забываю. Посаботишь меня, слышишь? Нет, очень зря. Саша. Александр. Полковник. Ты никому не нужен, Матвей. По-моему, полковник вылетел. Полковник. Не, ну это жестко. Че тогда? Я смотрю просто на Баланара, он реально жесткий. Так, я думаю, фаст бутылочка сойдет. Кстати, у него такие крылышки, которые по форме напоминают крылья старого Баланара из первой доты. Нормально. А кто там из скайпа заходит и выходит? О, Ребзи. А, это у тебя проблема. Заходи, да? Ребзи. Что там такое? Сейчас у меня пока что нет сидения. Слышь, ты меня саппортить будешь, Саша? Сашок. Сосишь. Надо с у нас Bounty Hunter будет фармить. Ой, фармить, саппортить. БХ саппорт? Ну, такое я видел уже. Блин, я на таком играю не дала. Посмотрим на его сборочку. Гранки виллы, барабаны. Ему арканы надо саппортящим сборочку. Колдун, а чё ты соло? Я сразу говорил, что я хочу соло. Так надо было написать в чат. Я писал. Чё, я не хочу, чтобы он у меня экспустил. На роуме. Ну, в общем-то, надо идти за руной. За какой руной пойдем, как думаете? Давай на бот. Давай на бот. Так, я с кем иду? Со мной. На бот иди. На бот иди. Ты... Я с Ларой. У меня наркоманская сборка. Да, не получится, мне кажется. Да в пофигу просто. Получилось, смотри. Получилось, мне. Ой. А там где ничего не делал. Подхарася чуть-чуть. Ну там не чуть-чуть. Давай я тебе там гус еще один. Давай, смотри, что-то. Урс какой-то. Урс. Натангус, урс. Давай. Натангус. Давай, давай, все. Ребят, у нас топ вообще нет. Я вообще не понимаю, что творится. Все, давай. Я не знаю, что там творится. Иди, потому что. Потому что опыт. Я это самое, я хотел урс погонять. Иди ко мне. Надо их гонять. Не пойду, Матвей, к тебе. Давай быстрее. Клёвая, слушай, анимация. Прикольно, да? Да, вообще. Ничего себе, как далеко тычка полетела. Ой-ой-ой, Матвейка. Я же, да? Поможет. Живешь? Да вроде бы живешь. Да. Тебе банку залить? А, ты сам залился.
маловато пока. Но я хорошо добиваю. Я стараюсь урвать все куски максимально. Но нет, не, это не дышите микрофон. Урса забрал, да ладно, там такая руна была шикарная. О, он из баунти сейчас заберет. Можно помазание сделать? Помазание глобально? СС. Не вижу, да. Ой, пинают ногами. Все нормально, спасибо. Так. Ботиночки есть. Хорошо. Я сейчас не могу отойти, мне нужен опыт. Нифига себе, у него крылья горят. Да. Каланара. Давай сейчас убьем. Убьем? Да, мне кажется, убьем. Я сейчас руну забирать не буду, можно, потому что... Ты прыгни, главное. Я поставлю стену. Манеж. Сейчас. Я как раз ману отрегенил. Мне место нет. Он что, без критов? Извиняюсь. Ну, если бы я сдох, я бы сейчас бы заорал, короче. Просто можно руну на боте забрать? Давай, забирай. Так, курица апнута, вардишки, вардишки нам пока что не нужны. Ушла, 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 копа. Так, я меку собираю тогда. Я на руну пошел. Меку. Богатство. Тебе принести что-то с базы? Там это... Хаста. Что? Выложи на базе, то, что тебе надо принести. Давай, выложи. Я одну шмотку смогу принести. А, одну? Давай, чейнмейл принесу. Ладно, давай так. Я тогда курой... Ладно, ты выложи, я курой заберу. Да ладно, я вот сейчас принесу. Блин. А что тебе так. Убьем? Конечно. Блин, офигенно эти духи летают. Возвращай. Не могу вернуть, не могу, не дотягиваюсь. Вообще не ай, не дотягиваюсь, она на, у меня на первой. Радиус, да, я понял, ты это. Вы пришли сюда гангать, а не фармить. Я одного только забрал. Ну, а я не одного. У меня 12 клипов просто. Я один. Вот это все скажу. Трава, тычка хорошая. СС вверх. Ага. Фанеры. С? Так, это у нас. Ты у нас на вере. Ой. Вот я еще тут и балуешь. Хотел забрать эту. Я понял тебя. Так, держи там вуз. Так, ты хочешь забрать? Ты хочешь забрать? Не, не получится, наверное. Давайте заберем сейчас. Я подойду. Давай. У них урса влезу, да? Урса? Я не знаю. Я первый. Я первый идти должен. Он первый идти должен. Что-то не получилось у тебя первым идти.
Должна быть крыса, потому что... Ты смотри, какие духи имбовые. Ну. Вообще ад. Бесовство какое-то творится. Ого, там. Ребят. Так, я кентавра вернул обратно. Где он? Откуда он вылез? Ой-ой-ой-ой. Кентавр наверху. Да, я его вернул. Он тэпнулся же на мид, я его вернул. Надо идти его забирать. А каша пришла. Каша пришла. Помашь меня, Рус? Оторвала голову. Глоточек, да? Сумасшедшая ты, тварь. Так, надо срочно его забирать. Маны нет, слышишь, Рус? Да хоть как делись, хоть как-то. Есть. Убьет ой, меня сейчас. Ой. Первый по нему можно было дать, Рус. Он ж макшеный. Отлично. О, клоповый-то нету. Нет. Можно телепорт, пожалуйста? Конечно. Это ты прикинь? Это я еще хотел. Что ты хотел? Фейзы покупать, если бы я покупил фейзы, я бы сдох. Конечно, ты бы сдох. Не повезло очень. У нее рунга в банке. А, Рега, да? Ой. Блин. Братишки. Будем пытаться. Сейчас я за свет поставлю, чтобы... Ой. Ну я в фарму хожу. У меня будто не макшена. Блин, я стики ну, кнопки перепутал. Ты вообще не очень. Пошли куда-то на мид, наверное. Блин, бабла вообще нет с этой мекой. Надо было не мек ударить. Он давай. Нет, он... У него есть вард. Да, я вижу, что у него есть. Давай, может, убьем. Давай попробуем. Я медленный, я без тапка. СС у меня. Вот они. Подвышка уже. Подвышка. Фармлю туда. Мне кажется, Урса скоро прибежит сюда. Потому что я его не вижу. А почему, кстати, я не слышу, как дается этот... Войд. Первый? Да. Не знаю, возможно, там просто изменен звук, и он может какой-то тихий. Скорее всего, это из-за того, что я игру так поставила. Может быть. На, Урса. У меня Aegis есть? Да, забрал только что. Вот это ты забрал. Вот это я сейчас умру на самом деле. Нет, не догоняй его. Ты зря ее вернул, я начал бояться идти вот так. А, я понял, я извиняюсь тогда. Тогда извиняюсь. У меня шульта нету. Нету? Нету. А, блин, у меня же тоже нету. А я же постоянно бегаю по карте. Ничего не зарабатываю. Я пойду на мид пофармлю. Ой. Ого. Ого. Ну, зато у меня ультимит. Помашь меня, Рус? Их не дали, помашь меня. Поехал. Ты пофиг. Помашь меня, Рус. Сейчас она прыгает вроде бы. Нет. Нет. Не будет его прыгать. Там не спушен. К сожалению, у меня с маной проблема. А можно дать этот мангу? Да, конечно. Спасибо. Да, пошли я варты понахожу. А у меня денег нет, чтобы их довартить. Это без понту.
Сейчас скоро. Вот оттуда. Я до сих пор без тапка хожу. Ага. Ого. Ого. Давай драться. А, что-то у тебя не получилось. Это СС. А, ты что? Я умираю. Там о, все. Сколько? Все прибежали. Ночь наступила, Рус возбудился. Да. Ну все, сейчас пойду тогда на какого-нибудь кентавра. Не гони его. Кто там Бэтмен? Так, хорошо, тапочек тоже нужен. Так. А, я думал, ты телепорт начал делать. Я тоже смотрю, думаю, ты что делаешь? Там, этот, вот тут где-то, ага. Надо подойти. Стой, Рос. Пошли. Давай с этим. Привет. Как дела? Сталка. Софту верну. Дальше пойдем. Как вы могли вышку там забрать наверху? А, хотя пока ночь, тебя лучше, наверное, убивать. Так, 4 секунды. А вон, еще чувак там убивает. Да ты бес тупорылый, тени. У тени лотар. Да? А мы его не увидим тогда. Вот, трек, трек. Вперед, этого вперед. Баунти трекхим. О, руна появилась. А, он русский. Помашь мне? А, он сзади. А сало, сало, Матвей! Урус вовремя помазал. Ну чё помазал, у меня стики были. А, стики были. И ульта была. Ну, Рустам меня, конечно, помазал, но там... Кентавра... Не это помогло, не это помогло явно. Просто ты записываешь или стримишь? Записываю. Записываешь? Да, кто сейчас стрим будет смотреть? Ой, ну не... Да ладно, лоу. А, ради меня одного голема просрали. Удар. Ради меня одного это самое голема потеряли. Это саппорт Bounty Hunter. Рус, беги, там тени в ластаре. Да, да. Кура! Тени все еще в алтаре, Матвеич. А, я не успел убежать. Блин, с тебя этот сняли. Стрик сняли, да. Блин, я тапок не могу никак купить. Я сейчас буду на БКБ копиться. БКБ? Да. На самом деле я чуть-чуть не успел убежать. То есть буквально чуть-чуть. Что поделать? Так, надо где-то пойти, я не знаю. Так, Ancient стаки нужны. Будешь или стаки? Нет. Стаки? Ancient. Ну, как бы... Я сделаю сейчас. Сделаю, но их мне сложно будет забрать. Это ладно. Затаришь какую-то хренотень. Блин, что-то не получилось. Может на 55-й. Окей. Она, блин, конец. И что, я ее перехочу? Она сейчас то по-моему сделает. Вон у нее, блин, карт. Она 11-й, без макса. На двойку прокачан. Mm-hmm.
Ребят, двум вот так. Давай. Черт, я все еще без тапка. Так у меня досты, если что, есть. Но я очень медленный. Ну сейчас ночь закончится. Да, сюда, чекай. Все кончается. Ой-о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 й. Кто покупает варды и их нет? Я не покупаю варды. Я давно уже их не покупаю. Честно скажу. Да что было? Что? Ну просто подошел к БХ и убил его. Там у него одно хп было. Варды, варды у БХ в кармане. Он думает, наверное, что оттуда лучше светит. Я всю карту вижу. О. Ой, как крикнул. Нормально. Спел он. А у него гоним? У кого? Клав. Вопы не видел. Клав. Я там тапаю завтра до тайру этого кентавря. Я же был клапан даггером. Клапан с даггером? Ты впервые видишь такое? На самом деле я вообще впервые слышу о таком. Чувак, зачем что-то... тебе варды, если ты их не расставляешь? Что-то будет сейчас, нет, ребят? Кого? Что? О-о-о-о-о. Ага, я понял. Я, кажется, немножко умираю. И этого тоже туда в таверну. Ага, конечно. У них уже блинки, гемы, все что хочешь. Все прелести. БХ, поставь варды. Варды. Он прожил барабаны. Просто так. Да? Опа. Потом... Что там, я сейчас бегу, можем убить. Или вот это. Ух ты ж, ёпси. Ой-ой-ой. Ну тут всё. Саша. Не, вы серьёзно? Ну, я вот это вот. О, у него, блин, вызначится. Ай, не трогай меня. Да как ты достал-то? Что за бесовство? Твою мать. О, другое дело. Да ужас. Давно пора. Чего-чего? Давно пора давать. Что-то я фитю. Что-то мне это не нравится. Что-то БХ бесполезно. Я бы сейчас на него заорал. Шо, стоим дефаем? Т2 отдаем. Не знаю, понадобится. Я сейчас посмотрю, что можно сделать. Билл Варды ничего не сделал. Может быть, копу поймать. Так, продлю ночь, пожалуй. А, ты не продлеваешь, а как бы, то есть, теперь часы идут отдельно. Да? Да. То есть, ты просто просрал ее, можно сказать. Откуда ты знаешь? А, потому что я это уже проверил. Угу. Когда играл на Баланаре. Ой, я вам не помогу. В принципе, можно, у меня статик есть. Бегу к вам. О, встал.
Нет. Я купил тапочек. Сейчас развожу, у меня теперь есть деньги. Я не бомж. Ладно, я бомж. Есть время, надо, ну... Финис огонем. Лучше Урсу не бейте, пока он под ультой. Он 80% резистит дамага. Эх, только собиралась прыгать. Топа-топа, да. Сейчас должен этот появиться. Тини, он меня убил, он убежал куда-то. Тини, вот он. Пока вы нам. Серьезно, ну да как он так усп... То, что где? 100%. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты прям проверял, да? Да, да. То есть лучше вот ночь заканчивается и давать ульту. Тогда лучше будет. Окей. Когда там кропаль. Я убежал все-таки. Хорош. Алексеич, хорош. Так, я еще попробую там что-то поделать. Так, вард я поломал. Как БКБ называется? Blacking Bar. Как? Blacking Bar. Bar. А что? Буду закупать его, потому что... Ой, Рус, что-то ты загулял. А меня жми. Иду спасать. Не спасу. Ой, 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 можно не меня, можно не меня. Можно не. Попы огни. Или нет, показалось. Рус, уже может нет самой армлетом не баловаться. Да, я понял. Там никто не бежит. Тебя все забили. Там тени собака. Собака. Че бы такое купить-то? Глиф, наверное. И чё, никто ничего делать не собирается? Понятно. Что-то я не пробиваю. Урон уже. Кто? Урон. Урон, ну это тебе кристалли собрать надо. В принципе, еще доминатор можно собрать. Доминатор тоже можно. Ну видишь, тогда мне не хватает. Ну доминатор это, наверное, не урон, это больше жир. Башер я могу собрать. Башер можно. Но ты очень медленно бьешь. Не сказал. Муншард купи. Не сказал, да? Да ты. Я возьму. Можешь муншард купить, Рустам. Да нет, давай башер сделаю. Давай башер. Да, башер все-таки лучше. Да ты я забрал. Тут варды. Понял тебя. Сейчас. Должно быть. Может тут Тинь. А, нет, Тинь мертв. Помнится. Старые добрые времена играл. Валанар мы часто покупал башер, сатаник, доминатор. Да, ну так это и сейчас делал тут. Только теперь еще собирает этот самый муншард и забивает на все болт.
Что-то он спалил, кажись. Да, ваше есть. Передвижение. Есть такое. А, Матвеич, здесь нет... Может, упал, я не знаю. Ну, я смотрю, у тебя ульта работает. Вот тут перес. Нет, тут тоже есть. Вот. Я чего-то не понимаю. Ребят, ага, я тыпаюсь. Матвеич нам там сносит нахер. А, ты еще вот здесь может быть. Вот тут. Оно же светит. Ну, куда это они побежали так яростно? Я не понял. Все видео слышали ульту кентаря? Да. Нет. Вот я и спрашиваю, куда это они все так яростно побежали. О, Хантер ливнул. Это печаль. 5 от него все равно пользы. 5-3-11. В принципе, как от меня. Ну, а ночь скоро, отлично. Я надо было Париша набрать опять. Или Бэйна. Ну, могут раз он забирать. Да, мы только забирали, по-моему. Он крест собрал, осторожно. Крест? Да, Solar крест. Так, я его поймал. Его убивай. Что-то я вообще не дамажу. Ну, этот самый, апнутая медалька. Solar крест. Надо попробовать на Абиссал накопить. Я тебе говорю, тебе спида не хватает. Маншард копируют. Юзни его и все. Да не, юзать не надо. Если он юзанет, он будет меньше видеть ночью и всего 60, а не 120 будет. Да. У него слот есть. Боттл уже можно будет продать на 30 минут. Уже его не так сильно хилить. А вон КВП гнима. Давно пора. Не знаю, сдохну, я здесь не сдохну. Чё-то ты гуляешь очень сильно, Рус. Но... Меня дерзают смутные сомнения, что ты сейчас загуляешь. Там варды вот тут. Да? Да, тут варды. А я, блин, так это тыкнул, что они видят. Они там все были. Парень, зачем ты покупаешь варды? Он ливнул, колдун. Да. Заебись. Ой, извини. А! Негодяй, ты не успел. А не очень-то было понятно, что ты сказал. Слава Богу. Там Маршана. У кентаря гоним, они по ХГ бегают. Да. Блин. Там аганимов хреново. У клопы. Пса еще не собрал. Ульты нету, у клопы еще 30 секунд. А мне получается, хоть я и ночью бегаю, но не до гангов. Так. Это чё? Ты БК... это типа... тактическая БК. Это нервы. Тактикал. По тактише. ПХ может на базу вернуть, что он там стоит. Дэдспешнич. Охереть, у него голды. Нам сейчас столько голды упадет, у нас будет миллиарды мушардов. Да. Сейчас пока бета-то надо купить мне. Так, сейчас я на мид тыкну, чтобы видеть передвижения там всякие нехорошие. Интересно.
Я так понимаю, этого трогать нельзя, Урсу. Урсу в ульте лучше не трогать. Вообще, а так его можно убивать. Боже, Егис. Че, Самоцвет, ты агрессируешь? Агрессор. Местный. Но я все равно готов драться. Опа. У кентра, о, кентра, так он. Кентра, да. Ну да, конечно. Выдал он хантера. Ай. Чё хантер не это самое, не ливает? Сейчас... Не могу всё. Выкупиться. Байбэк. Да смысл? Не знаю. Мы можем затащить, я верю. Я сделаю бегу. Да я тоже сделаю, что я левый что ли? Ой, мама, не надо. Ай! А я умер какого-то черта. А, меня голем пришел убивать. Меня сплэшем. Да. Бунтихантер не сплэшем, а не сплэш. У меня там и сплэш. Ну, тут я тупанул на самом деле. Я здесь херово отсаппортил. У меня польза была, что от этого БХ. Зато Рус посмотрел, какой прикольный фет. Да. Это да. Но он реально шикарный. Эх, ладушки, пошел я спать. Мне завтра еще на пары идти. А, ну ладно. Давай, и зрителям тоже спокойной ночи.